Чрезвычайный полномочный посол Республики Корея в России Пак Робёк не раз подчеркивал, что Республика Корея заинтересована в развитии совместных с Россией проектов в сфере науки, образования и технологий и готова оказать необходимую поддержку перспективным начинаниям. Поэтому в ходе делового визита в Казань он посетил Казанский университет. Проректор по внешним связям Ленар Латыпов лично провел ему экскурсию по музею истории. После этого у господина Пак Робёка была возможность встретиться с корейскими студентами, обучающимися в КФУ. Посол отметил, что у вуза огромный потенциал, и он надеется на дальнейшее сотрудничество. Я рад видеть, что Казанский университет такой открытый и прогрессивный. Наши студенты учатся здесь в прекрасных условиях. Уверен, в глобализированном мире КФУ будет прекрасным образцом в плане объединения людей разных культур. Я думаю, выдающиеся студенты вашего вуза, Ленин и Толстой, были бы очень рады видеть ваш прогресс. Диана Авакян, Руслан Уразаев, Универньюз.